многие люди не решаются на исповедь в силу разных обстоятельств. И есть стеснение, есть боязнь, страхи. Из-за этого не решаются на само таинство исповеди. Значит, если человек стесняется исповедаться, значит, ну, можно прийти с бумажкой, просто на бумажке изложить дома, написать кратко все свои согрешения, сформулировать их и дать батюшке попросить, чтобы он прочел. Потому что, ну, действительно, иногда очень тяжело высказывать свои грехи, вот такой стыд как бы возникает у человека, но это стыд неправильный, это стыд бесовский, то есть мы должны исповедаться с внутренним таким чувством как бы чистоплотности, что ли. Если мы видим пятно грязи на своей одежде или на теле, мы же стараемся его побыстрее отмыть, очистить. Вот то же самое и на душе. Если мы видим пятно грязи на душе, естественное чувство чистоплотности должно нас сразу же привести на исповедь, чтобы этого пятна не было на душе. То есть вот стыд надо бороть тем, что ну ты же чистый сразу станешь, а значит тебя уже осуждать никто не будет.